Профессиональный праздник сегодня у кинологов. Первый собачий питомник в полиции был создан в Петербурге 110 лет назад. Кинологи Архангельской области отметили этот день вместе со своими младшими напарниками. Организовали ежегодное первенство регионального УФСИН. Служебные собаки искали наркотики, ловили преступников и проходили полосу препятствия. Репортаж Валентины Приходько. Пятилетний немец Алекс четко и без колебаний проходит полосу препятствий, хотя трасса для него незнакомая. Питомец его кинолог из Котласа. Тренируется дважды в неделю. На первенстве УФСИН Алекс показал лучший результат на полосе – 28 секунд. Хорошо работает. Нету замечаний к нему. Выполняет команды четко. Спокойный. Без лишней команды никуда не двинется. Задержать преступника на месте, найти его по следу и запаху в чистом поле. Ровно то, с чем патрульно-розыскные собаки сталкиваются на службе. На конкурсе, как и в работе, нет права на ошибку. Маршрут прокладывает преступник, собака не должна сбиться со следа. Основная задача, значит, пресечение побегов осужденных из-под охраны. Не дать уйти, задержать при необходимости. Основная задача. Ну и, соответственно, не забываем о специальных. Ищем наркотики, не допускаем проникновения запрещенных веществ на территорию учреждения. Найти запрещенные вещества в машине, помещении и в багаже предстояло собакам наркоразыскного профиля. Лучшей в этом деле оказалась немецкая овчарка Уэлси из поселка Данилова Холмогорского района. Среди патрульно-розыскных собак золото взял быстрый и послушный Алекс. Кстати, команда из Котласа по сумме результатов получила первое командное место и кубок чемпиона первенства УФСИН. Серебро у Вельска, а бронза у Плесецкого района. Валентина Приходько, Вестник Северодвинска.